Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство ZTE Blade A51, а сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки». И далее проходим в раздел «Безопасность». Выбираем «Отпечатки пальцев». Нажимаем «Отпечатки пальцев», и прежде чем мы добавим отпечаток, нам нужно выбрать способ блокировки экрана. Выбираем, вводим пароль один раз, нажимаем «Далее», и вводим второй раз, нажимаем «Подтвердить». Нажимаем «Готово», и нажимаем «Добавить отпечаток пальца». Теперь у нас здесь есть сканер, и мы начинаем прикладывать к нему палец. И нажимаем «Ок». И таким образом мы добавили отпечаток пальца. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.